нам поступил заказ на две мини-рельсы МГН 12 метровые. Вот, для начала мы завернем их в стрейч для защиты от влаги, от пыли. Ну и так, чтобы они плотно друг к другу прилегали. Предотвращение изгиба и всяких повреждений прикрутим это к доске. Так как у нас взяли с рельсами еще каретки и кроме них ничего, как бы чтобы избежать затрат клиента, мы постараемся сделать все это в одном месте. Каретки предварительно завернули тоже в стрейч, и сейчас мы их прикрутим по бокам от рельс. Ну и к доске же мы прикручиваем документы на груз. Ну и затем для предотвращения всяких механических повреждений, а также всякие пыли, влаги, заворачиваем все это в пузырчатую пленку. И в конце мы подписываем, кому она отправляется, в какой город. Ну, в зависимости от выбора клиентом товара, у нас предусмотрено несколько видов упаковок. Это к доске прикручиваем и обертываем воздушно-пузырьковой пленкой. Также возможен вариант между упаковка между двух досок. Это подходит хорошо для алюминиевых профилей, ну и в основном для единичных штук. Если более длинное, больше 2 метров или большое количество, то мы делаем обрешетки. Вот. Или если товар сильно хрупкий, то делаем небольшие обрешетки из фанеры, чтобы не повредить товар. Спасибо.